хорошая территория, мне очень нравится. Ну, как обычно, чистенько все, ухожено. Приятно здесь проживать. Очень близко от меня, буквально, ну, я не знаю, 4 минуты на машине. Ну что, ребятки, заходим теперь вовнутрь. Показываю квартирку моей сестры, в общем, для ее семьи. Итак, вот смотрите, такой коридорчик. Коридорчик на первом этаже. Их квартирка. Так, девочки уже тут работают. Через балкон все заносят. Итак, вот, давайте будем смотреть, какая квартира, какую квартиру они получили. Вот это кухонная зона. Ковертап настоящий из камня. Да, Златочка? Все есть. Плита, духовка, микроволновка, краник, посудомоечная машина. Белая. Ничего страшного. Холодильничек вместительный. Когда белая, красивая. Все простенько, но все есть. Все есть. Для житья, бытия. Очень много шкафчиков. Вот такой островочек. Здесь шкаф, смотрите, какой большой, вместительный. Все-таки электрочайник у нас. Смотрите, какой шкаф. Класс. Смотрите, какой чайник. Все чистенько. Полы, смотрите, какие хорошие. Класс. Отлично. Так, это living room. Все чистенько. Покрытие чистенькое. Нет. Стены, все, окно большое, шикарное. Так, это вот одна комнатка, спальня маленькая. Вот, наверное, будет для Златы. Туда для одного человека кровать. Здесь письменный стол. И все, что нужно ребенку. Достаточно. Вот такой шкаф у нее будет. Достаточно для ребенка. Шкаф, двери, смотрите, такие двойные. Класс. Все новенькое, все. Все свеженько, пахнет даже деревом. Это не моя комната. Моя вот эта. Хорошо. Вот. Так, это стирочная, пожалуйста. И стиральная машина, и сушилка. Вот все отлично. Здесь можно даже купить морозильную камеру небольшую и поставить, да? Да, Таня, вот здесь место, кстати, для морозилки. Прекрасно. Вот это комната моя, это просто шедевр. Так, ванная комната. Тоже большая, просторная. Ванная. Ванная, как обычно, маленькая. Я сюда не влезаю, смотрите. Все отлично. Столько шкафов, смотрите, опять. Я в эту ванну опять полностью не влезаю. Ну, Злата, здесь в Америке вот такие ванны. Почему она такая неглубокая? Это я. А это Злата. Так, дальше. Вот смотрите. Шкаф. Тоже достаточно места. Это для драконов моих. Вот такая комнатка тоже. Кровать, тумбочки, телевизор, все, комодик, все. Что здесь надо? Ничего больше не надо. Правильно, в спальне. У меня есть мячик. Вот все отлично. И вход на вход-выход на балкончик. Вот такой балкончик. Тоже можно поставить стульчики. Столик. Не знаю, гриль. И вот так отдыхать. Это терраса. Терраса, да. Достаточно большой балкон, кстати. Но мокрый. Отлично. А сверху, кстати, он меньше.
Да? Да. Точно, да. Злата правильно подметила. Уже. А на нижнем этаже шире. Потому что это нижний этаж. Даже можно купить ротанговый диванчик и тоже поставить здесь. Деревянный. Да. Места достаточно. Класс. Цветочки можно посадить в горшочках. Отлично. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Почему у меня до сих пор нет кровати? Засними, как самолет сейчас полетит. Ой! Моя кровать хорошая. Завтра поедем. Вот так. Вот, смотрите, парадная такая, но это не парадная, это как бы еще один выход и вход. Маленький, да, холл. Креслица, пожалуйста. Так, 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 выход на улицу. Отлично, что нет этого, этой установки и не бурчит. Вот это вот отлично. Так, вот такой домик. Вот, смотрите, домик-домик. Домик-домик. Вот такой вот домик. Видите? Парковочка, площадочка детская. Все есть. Ну, Злата, конечно, уже выросла с этой площадки. Вот такая зона. Сейчас посмотрим, что еще здесь есть. А потом мы с вами зайдем вовнутрь. Что уже темнеет. Я хочу вам быстренько показать. Ай, собаки. Похож на моего Лероя. Собака, только маленькая. Так, вот еще что. В расположении бассейн, отлично, но погода у нас что-то в Бисмарке, дожди, каждый день дожди. Здесь вот, да, зона отдыха, очень много этих топчанов, всем хватит, я так думаю. Установки грили. Пожалуйста, кто хочет, тот себе грилит. Отлично. Здесь люди могут отдыхать. Класс. Так, уже, наверное, закрыто. Потому что темно. Нет. Вот меня сопровождает человек, показывает. Все, чем можно пользоваться. Так, где же свет? Вот, смотрите, пожалуйста, здесь можно встречаться с друзьями, проводить время, бильярдный стол, телевизор. Вот буду приходить в бильярд, тренироваться, учиться играть. Вот здесь диванчики, пожалуйста, напитки за деньги. Здесь вот такая зона, но эту зону нужно, можно брать в аренду. То есть это платная зона, здесь можно проводить, смотрите, посуды немножко есть, проводить торжества, дни рождения. Ой, такой холодильник классный. Какой хороший холодильничек. Лед, плита, вытяжка, телевизор. Все отлично, все есть. Пожалуйста, кофе. Так, я смотрю, джим есть. Так, идемте, смотрим дальше. Джим. Это администрация.
Это администрация. Прекрасно, Джимик. Ой, класс. Дорожки, велосипеды, станочки. Можно просто на беговой дорожке, да, тренироваться и на вот этих великах. Класс. Класс, класс, класс. Мне нравится, а вам нравится? Вход по карточкам. По электронным ключам. Так, здесь почта. Почтовые ящики. Мусор. И телевизор. Так интересно, да? Зачем здесь телевизор? Интересно. Также, видите, для посылок большие. Большие ящики. И также можно отправлять здесь письма, не заезжая на почту. Что еще надо для счастья? А, вот посылки большие, которые не помещаются. Вот здесь специальное помещение. Вот так. Отлично, отлично. Очень все здорово. И самое главное, что... самое главное, что городские власти это все предоставили бесплатно на один год для украинцев. Вот так. Вот такие привилегии здесь у нас на севере, в Бисмарке. Так что приезжайте в Бисмарк, приезжайте к нам на север. Все, это звонки, да, звонки, если кто-то пришел в гости, звонок, потом открывается дверь уже. Да. Парковка для инвалидов. И здесь можно проживать с животными. А вот еще одна пустая квартира, кстати. Кстати. Нету, наверное, пустая. Ну, как-то здесь в углу. Или наоборот, хорошо в углу. О, а здесь с балконами, получается, а, здесь, получается, с этими, с раздвижными дверями. Да, и вот там с раздвижными. Немножко по-разному. Да, получается линия с раздвижными, линия вход с балкона. Да. Вон бегают, девочки бегают, вот, со стороны вот так выглядит квартирка, все нормально, все отлично. Вот такую возможность дали моей сестре городские власти Норт-Дакоты и конкретно города Бисмарка.